45-летний рабочий погиб в котловане у строящейся автомобильной развязки Комсомольская базовая на Синих Камнях. Мужчину засыпало грунтом. Трагедия произошла накануне в 5 часов 40 минут вечера. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, рабочий 1979 года рождения выполнял работы по чистке трубы, находясь на дне котлована. В какой-то момент стенки котлована обвалились и несчастного завалило грунтом. На фотографии, предоставленной службой спасения Свердловской области, видно, как деформировалась каска строителя. Когда спасатели вручную лопатами смогли откопать тело пострадавшего, тот уже не подавал признаков жизни. Как сообщалось ранее, развязку концерна «Калина» строит московская компания «Альмакор». Из-за финансовых проблем этой компании сроки сдачи объекта регулярно сдвигаются и конца строительства еще не видно. Однако находился ли погибший в штате этой компании или работал по договору гражданско-правового характера, проходил ли он инструктаж по технике безопасности, был ли отправлен в котлован с неукрепленными стенками мастером или спустился туда по собственной инициативе, еще предстоит выяснить как прокурорским работникам, так и сотрудникам Следственного комитета России. Как сообщил старший помощник регионального руководителя этого ведомства Александр Шульга, в случившемся просматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Сыщики запросили документы у производителя работ. Начат опрос свидетелей.